Шалом, дорогие друзья, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Мы начинаем очередное время с Господом. Время, которое мы посвящаем молитве, поклонению. Время радостной встречи с Господом. И хотя Бог всегда с нами, Он присутствует с каждым человеком, потому что каждый человек – это Его творение, независимо от того, верующий это человек или неверующий. Но мы не всегда с Богом.
Неверующие люди, так они вообще об этом не догадываются. И не знают, и не верят в то, что Бог с нами. Верующие об этом знают. Они получили откровение. Верующие переживают Господа в своей жизни, общаются с Ним. Но вот что интересно. Бог с нами всегда. Но мы не всегда. Поэтому мы с Господом только тогда, когда обращаемся к Нему. Это активный процесс. Процесс называется молитвой, когда мы находимся в общении с Богом. То есть, когда наш дух, наш разум, наше сердце обращаются к Нему, фокусируются на Нем, тогда мы с Богом. Когда лучик нашего сознания встречается с Его светом. Поэтому мы сейчас выделяем время для того, чтобы нам быть с Господом. Его время всегда. Он всегда с нами. У нас, к сожалению, не всегда до Него руки доходят. Но все дивные чудеса происходят. Жизнь по вере. Тогда, когда мы выбираем Бога, концентрируемся на Нем, общаемся с Ним, уделяем Ему время, взываем к Нему, поклоняемся, прославляем Его, наполняемся Его присутствием. Шехина. Шехина так называется в еврейском языке присутствие Божье. Об этом даже не все верующие знают. Знаете, вы удивитесь, может быть, но многие верующие, они не знают, что такое присутствие Божье. Они не знают о том, что присутствие Божье может быть едва-едва уловимо. Это все равно, что ты вошел в водичку, по щиколотку или там стопы только замочил. Ты даже этого можешь не заметить. И до того присутствие Божие может стать сильным. Что, как пишет Библия, священники при освящении храма, при открытии храма, даже упали, они не могли стоять на ногах. Настолько мощно было присутствие Божье в храме Соломона, я имею в виду. Присутствие Божье. Вот это то сокровенное, к чему тянется душа человека. Наша душа за присутствие Божье. И хотя, как я уже сказал, Он всегда с нами, но Его присутствие всегда уловимо. Оно уловимо только тогда, когда мы с Ним, когда мы активно обращаемся к Нему. И тогда Бог, когда мы ищем Его, и тогда Бог милостиво позволяет себя найти нам, проявляет и делает свое присутствие явно. В той или иной мере, в более сильном мире, менее сильном мире. Вот и сейчас я говорю с вами, болтаю языком, а дух мой и душа ищут Его. Дух мой и душа, она пытается нащупать Бога, пытается найти Его. Там внутри, где обитает Его Царство. И обитает Его слава в духе, в моем духе. Потому что как, если рассматривать этот процесс,
механизм, именно механизм, то Бог, Он обитает, Бог есть Дух, и Он обитает, и мы к Нему имеем доступ только через наш Дух, поэтому наш Дух человеческий должен быть возрожден, сказать иначе, рожден свыше, он должен пребывать в бодрственном состоянии, он должен не спать. Прежде всего нужно проповедовать. Ну, верующие знают, что Бог дал им наказ идти проповедовать Евангелие до краев земли. Это как бы великое поручение называется. Так вот, кому в первую очередь надо проповедовать? Вы знаете, вы удивитесь, но это истина. В первую очередь надо проповедовать самому себе. Именно самому себе. Вот чем я сейчас занимаюсь, я проповедую самому себе. И, конечно же, и тем из вас, кто слушает это, почему это необходимо делать? Потому что, во-первых, Слово Божие, оно обоюдоостро. То
То есть оно касается того, кому оно говорится, оно касается того, кем оно говорится. Все, каким судом ты меряешь, таким же судом ты будешь, какой мерой ты меряешь, так, такой же мерой ты будешь отмерен сам. И Бог, это на самом деле Он в нас. И когда мы проповедуем в Духе, по вдохновению, в Духе Святом, то Бог говорит и к нам. Понимаете? Бог говорит и к нам. Через наши уста. Вот этот эффект, если человек не знает, вот как правило, новообращенные люди об этом не знают. Они часто разговаривают с человеком, и через их уста говорит Бог. Но Он говорит, может быть, не столько для того человека, сколько для самого говорящего. Поэтому отсюда возникает такой жанр, как проповедь самому себе. Сам себя научил, сам себя вдохновил, получается. На самом деле, конечно же, не сам себя. Это не есть самовнушение. Хотя такое явление, как самовнушение, существует, но это не есть самовнушение. Почему? Потому что не ты сам к себе на самом деле обращаешься. Бог к тебе обращается через тебя же самого, через твои уста. Если ты ищешь Его, если ты фокусируешься на Нем, если ты предстоишь перед Ним, если ты говоришь с Ним, то Он говорит с тобой. А как Он говорит с тобой? Многоразличным образом. Он может посылать мысли. Он может говорить к тебе через твой язык. Даже помимо ума. Вот помимо ума. Вот я сейчас говорю помимо ума, друзья. То есть я говорю в духе. Я говорю не от себя. Вот если бы я говорил о себе, я бы говорил от ума. Человеку дана такая способность говорить как на духу, да? От сердца, не от ума, а от сердца. Вот что ты чувствуешь, то и говоришь. И вот как раз в такие виды речи обращается Бог к человеку. Сам о тебе пою, аллилуйя.
среди нас. Нежно глаз его звучит, о любви он говорит с этим. Царь царей, прославляет тебя, сердце полное хвалы, величает душа тебя. Осанна тебе, царь царей, осанна тебе, царь.
сама. Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Пожалуйста, управь наши сердца в правду и в истину Твою. Исцели наши внутренние раны, удали, Господи, все то, что осталось со вчера. Удали сгоревшую золу вчерашнего дня с наших жертвенников. Всякое огорчение, всякую боль, пожалуйста, удали, Господь. Жизнь, она такая нелегкая штука, и на своей стезе ты встречаешься с предательством. Это очень больно, когда братья и сестры тебя предают, жалуются на тебя в Facebook, подло поступают, мстят, завидуют. Это все такие вещи, которые больно, болезненно бьют. Болезненно, потому что как бы свои ты не ожидаешь от своих. И удар наносится как бы со стороны спины, с незащищенной части. Господи, не дай ожесточиться, пожалуйста, на этих иуд, которые улыбаются тебе в глаза, говорят приятные вещи, а за глаза творят такое, что лучше бы человеку не родиться. Господи, ты убери всякие преграды, убери всякие огорчения. Ты исцели сердца, Господь, жаждущие тебе. Ты дай силы простить. Ты дай силы отрясти с себя всякую хиду, обиды, непрощение. Для того, чтобы мы сами не имели преткновения и взлетали в Твои небеса, Господь, и парили в них, как орлы, ну хотя бы как чайки, на худой конец. Своему простил Господь, ибо не ведает, что творят. Аллилуйя, Осанна. Аллилуйя, Осанна. Дай нам силу прощения, силу исцеления. Пошли силу свободы и радость свободы. Пошли. О-о-о-о. Чистой водой родниковой своей омой меня, Отец, духом Твоим осени. Раны мои, перевяжи.
краю любви. Сказати, що я так люблю, люблю тебе. Горе ради, горе ради, горе ради.
катится дождь густой пеленой. Где продолжаем? Наши поиски Бога, наше поклонение, наше время, которое мы посвящаем Ему. Еще раз я подчеркиваю эту мысль. Не надо думать, что Бог с нами присутствует автоматически. Конечно, Он присутствует автоматически. Но мы с Ним присутствуем только тогда, когда мы фокусируемся на Нем, сосредотачиваемся, взываем, общаемся. А вот это уже не автоматически, друзья. Не автоматически мы соблюдаем заповедь. А вот главная заповедь, да, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем умом, всей крепостью, всем существом своим. Это не может быть автоматически, друзья. Мы не животные, которые живут инстинктами. Мы люди, а основное отличие человека от животного – это именно способность выбора. Выбора. Животное, оно всегда с Богом. Бог с ним. Потому что животное живет инстинктами, да, и оно не имеет такой возможности приходить по своей вере, по своему желанию к Богу. Оно всегда как бы, да, в Боге. А вот человек нет. Человек может уйти от Бога. Человек может прийти к Богу. Человек может установить дружеские отношения с Богом. И очень близкие отношения. Человек может совершать дела добродетели, дела веры, подвиги веры. Этого всего не могут животные, потому что они лишены выбора вот такого. Поэтому это время мы выбираем посвятить Господу, искать Его лица. Искать Его Царство, правду Его, искать силы Господни, что бы ни случилось, как бы тебя не дерли кошки на твоей душе, как бы они не грызли тебя, мы выбираем искать Его. Сердце, Господи, открой для Тебя, Иисус, для Тебя, Отец. Это жизнь, Ты Творец ее. Посвящаю я Тебе свое сердце, свою жизнь. Во мне, Господь, Ты живи, посвящаю я себя, свое сердце Тебе, Ты живи во мне и действуй, как Ты хочешь. Отдаю Иисус.
дай просну груди моей. Ты тот, кому люблю, ты тот, кому себя я отдаю. Дай просну груди моей, Иисус, дай просну. Осанна тебе, царь, цари, прославляем тебя сердцем полным хвалы, величает душа тебя. Осанна тебе, царь. Я ни в чем не буду нуждаться.
успокоишь меня на пажитях злачных, к водам тихим будешь ты меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, водам тихим будешь ты меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях своих, к водам тихим водишь ты. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох сопровождают меня, Господь и пастырь мой. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, кровью тихим водишь ты меня. Все уповаю на тебя, ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь ты меня, в тебе. Ты слышишь голос мой, когда в смирении к тебе прибегаю, в тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, Иисус, когда в смирении к тебе прибегай, уповаю на тебя, уповаю на тебя. Слабый скажет, я силен, Господи, в своем. Уповаю на тебя, уповаю на тебя, уповаю на тебя. Слабый скажет, я силен, Господи, свое. В тебе укроюсь я, ты слышишь голос мой, Иисус, когда в смирении тебе прибегаю. В тебе укроюсь я, спрячусь за тебя. Ты слышишь голос мой, Иисус, когда в смирении тебе я прибегаю. Уповаю на тебя, уповаю на тебя.
нужен, я силен, Господи, знаю. Скажет, я силю, Господи, свою, уповаю на Тебя, уповаю на Тебя. Слабый скажет, я силю, Господи, свою. Скажет, я силю, Господи, свою, уповаю на Тебя, уповаю на Тебя, уповаю на Тебя, аллилуйя, сам. Слабый скажет, я силю, Господи, свою, уповаю на Тебя. Господи, свою царь, царь. Господи, Господь, слава, аллилуйя. Царь, царь, Господи, Господь, слава, аллилуйя. Ешуа, Машиах, слава, аллилуйя. Ешуа, Машиах, слава, аллилуйя. Машиах, Машиах, слава, аллилуйя. Машиах, Машиах, слава, аллилуйя. Царь, царь, Господи, Господь, слава, аллилуйя. Царь, Господи, Господь, слава, аллилуйя. Ешуа, Хамашиах, слава, аллилуйя. Ешуа, Хамашиах, слава, аллилуйя. Хамашиах, Хумаген, Мелех, Азер, Хамашиах, Хумаген. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Malkenu Avraham. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Malkenu Avraham. Царь, искупитель, спаситель, щит. Царь, искупитель, спаситель, щит. Благословен наш Господь, благословен наш Господь, лишь Ты можешь спасти. Благословен наш Господь, благословен наш Господь, лишь Ты можешь спасти. Мелех Азер, Машиах Умаген. Мелех Азер, Машиах Умаген. Барух Ата Адонай, Барух Ата Адонай, Маген Авраам. Благословен наш Господь, лишь Ты можешь спасти. Благословен наш Господь, благословен наш Господь, лишь Ты можешь спасти. Ангелы поют, хвалу Богу воздают, все люди на земле поклоняются Тебе. Когда приходишь Ты, исполняются все наши мечты. Когда приходит Бог, все оживает и живет, расцветает и цветет.
когда приходит Бог. Вода наполняет живая пустыня, когда приходит Бог. Когда приходит, когда приходит Бог, все оживает и живет, расцветает и цветет, когда приходит Бог. Душа моя поет, душа моя теперь, Господь поет. Ангелы поют, хвалу Богу воздают, все люди на земле поклоняются тебе. Когда приходишь ты, исполняются все наши мечты. О, Господь, когда приходит Бог, все расцветает и цветет, оживает и живет, торжествует и поет. Душа моя поет, душа моя тебе, Господь поет. Светает и цветет, торжествует и поет, когда приходит Бог. Душа моя поет, душа моя тебе, Иисус поет. Когда приходит Бог, оживает и живет, расцветает и цветет. Когда приходит Бог, душа моя поет, душа моя тебе, Отец поет. Отец, я благодарю тебя за твое присутствие здесь. И мы не можем почувствовать твое присутствие без веры. Мы не можем воззвать к тебе без веры. Умножь нашу веру, Господь. Умножь нашу веру, которая передвигает горы, которая передвигает стены, которая разделяет нас с тобой. Умножь нашу веру, Господь. А вообще, кому не достает ее, дай, Господи. Дай веры твоей. И дай слово, ибо слово твое. Ибо вера от слова, от слова, от слышания. Открой наши духовные уши и дай нам ум к разумению Писания, Господь. Ум к разумению Писания. Мы сейчас будем читать Библию. У нас есть еще примерно полчаса, чуть меньше. Мы продолжим чтение. Отец, пожалуйста, Духом Святым просвети очи нашего ума, открой, Господи, даруй нам откровения Твои, даруй нам Духа Святого для уразумения Писания Твоего во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Шикарно, дорогие. Так, друзья, мы в прошлый раз остановились, мы читаем Евангелие от Матфея на 7 главе. Мы прочитали по 6, с 1 по 6 стих. Потом подключился Паша Рунов, и мы с ним уже продолжили говорить. Отталкиваясь от этого текста, мы начали рассуждать. Дух повел нас в размышления на тему выхода из Вавилонского, из Вавилонской блудницы. Ну, сейчас мы просто продолжим читать Библию. Итак, друзья, 7 стих. Напоминаю, что мы читаем Нагорную проповедь.
Седьмая, шестая, пятая, шестая, седьмая главы – это Нагорная проповедь Христа, когда Он вошел в служение свое уже. И в этой Нагорной проповеди сконцентрирована суть, квинтэссенция так называемая, суть всего учения, всего того, о чем говорит Библия фактически. Просто если Библия, в основном Тора, Пятикнижие, говорила вот это все в виде законов, в виде заповедей, то здесь оно дается в виде учения, в виде образного такого учения. Ну и даются, конечно, практические рекомендации. Типа того, не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Ну, этот стих мы разбирали в прошлый раз, а мы начнем с 7 стиха сегодня. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Если между вами какой такой человек, который, когда его сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы... Конечно, нет, как бы подразумевается ответ, такого нет. Разве что какой-то там уродец. Но в основном, если дети просят у родителей, они получают. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать вашим детям, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим его. Друзья, это все обетование, то есть обещание, это Бог обещает. Вот на этих словах можно твердо стоять, как на фундаменте. Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят вам. Просите у Бога то, в чем вы нуждаетесь. Это не значит, что Бог автоматически вам как-то сразу это даст. На самом деле я открою вам одну маленькую тайну. Когда, может быть, для вас это и не тайна, когда мы обращаемся к Богу, неважно зачем, за пищей, за одеждой, за деньгами, за исцелением, за всем чем угодно. Самое главное, то, что дает нам Бог, это действительно самое главное. Не то, что вы хотите получить, хотя для вас это сейчас кажется самым важным, вы для этого и просите. Но Бог дает нам свое присутствие, самого себя, свои благословения. И вы знаете, когда я только пришел к Богу и прочитал об этом, я стал просить у Бога, я испытал Бога. Я попросил у Него денег. И Бог дал мне эти деньги. Правда, сейчас я денег не прошу. Знаете почему? Потому что Бог меня научил. Эти деньги, которые я получил от Бога, я потратил на зло, на грех. И потом я каялся, потом я заболел, потом я каялся. Потом меня Бог исцелил. Ну, таким образом Бог показал, смотри, вот ты просишь. Ты что-то просишь у меня, а в действительности ли оно нужно тебе? Ведь Бог смотрит на нашу жизнь, согласитесь, немножко иначе, чем мы сами на нее просим. То, что для нас является важным, для Него не важно. И то, что важно для Него, порой не важно нам. А в чем заинтересован Бог? А Бог заинтересован в нашей пользе, в нашем спасении, что полезно прежде всего для нашего спасения, для нашей души, а потом уже и для тела, конечно, тоже, но вначале для души. Поэтому на многие молитвы Бог не дает просимое. Я не скажу, не отвечает, я скажу так, не дает просимое, дает что-то другое. Или ничего не дает, побуждая искать его дальше.
За некоторые просьбы надо просить очень долго, друзья. Например, за спасение наших родственников. Я очень долго просил за маму свою, которая в конечном итоге уверовала в Бога. По-своему, как-то так вот на православном уровне, вот, скажем так. Но стала ходить в храм. Понимаете, друзья? У каждого свой уровень, но есть вещи, о которых, которые получает человек сразу, есть вещи, которые получаются долго. Бог хочет, чтобы мы воинствовали долго. А есть вещи, которые человек не получает никогда, потому что они ему просто не нужны, хотя он просит об этом. Но тем не менее, это не остается без внимания. И Бог корректирует человека тем или иным образом. Когда человек вступает в взаимодействие с Богом, прошение – это взаимодействие. Это общение. Бог хочет вовлечь нас в общение с Ним. И вот это главное. Главная причина вот этих слов – просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Я искал Бога, и Бог нашелся, дал себя найти. Понимаете, друзья? Поэтому я знаю, что эти слова истины. Просите, ищите, стучите, и вам отворят. Это работает, друзья. Это работает. Всякий просящий получает, 8 стих. Всякий просящий получает. Не все, что он просил, но что-то он получит. Опыт получит, общение с Богом получит. Бог на самом деле благ. Это сплошная любовь. И смотрите, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать вашим детям, то не более Отец ваш Небесный даст благо. Он благий, он заинтересован. Но дает он, еще раз подчеркиваю эту мысль, с учетом вашего, вот тут птичка небесная правильно писала, в нашем духовном развитии. С учетом нашего духовного развития, то, что нам полезно, а не все нам полезно. В каком-то возрасте нам одно полезно, другое не полезно. В другом возрасте, наоборот, ну, молочко было полезно в детском возрасте, а во взрослом, может быть, молочко даже вредно. Я знаю людей, которые не взрослых, категорически не переваривают молока. И у них от него портится желудок. Они приспособлены уже к твердой пище. 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы пророки. Я все время удивляюсь тем христианам, которые утверждают, что закон не нужен. Но это только, извините меня, только невежественные люди могут так утверждать. Наша жизнь вся состоит из законов. Закон всемирного тяготения. Закон сеяния и жатвы, что посеешь, что пожнешь. Закон отношения с людьми. Как вы к людям относитесь, так и они к вам будут относиться. Ну, конечно, есть исключения из правил. Без этого нет. Но в целом это закон такой. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Хотите, чтобы с вами дружили, будьте дружелюбны. Хотите, чтобы с вами поссорились, ссорьтесь. Хотите, чтобы вас начали оскорблять, оскорбляйте. Вы увидите, что вы из этого получите. Входите, 13 стих, тесными вратами.
потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Я бы хотел немножко подробнее здесь объяснить, что такое тесные врата. И для этого я хочу прочитать вам пророчество, которое Господь дал мне в 1919 году. В 2019 году. Там как раз об узких вратах. Бог мне сказал тогда так: «Мой крест, сын мой, это и есть узкие врата. Помните, да? Возьмите, отвергните себя, возьмите крест. Кто хочет следовать за мной, но мы об этом будем читать. Отвергни себя, возьми свой крест. И крест каждого из вас – это есть узкие врата. Я недаром сказал, входите узкими вратами, ибо широкие врата – это путь в ад». Что такое узкие врата? Узкие врата – это есть те тесные обстоятельства, через которые проходит человек. Так, что-то птичка небесная. В общении с ним мы находимся всегда, так как он внутри человека. Вы же слышите его голос внутри. А жизнь меняется от соединения со звуком. Звук... Птичка небесная. Вот вы написали, я вот с этой мыслью как раз и спорю. И не согласен. И не согласен, почему? Мы не находимся с Богом вообще не всегда. Это, я считаю, что это вообще пагубная мысль. Почему? Потому что вот люди, многие, я так думал. Вот что я хожу, живу как хочу, а Бог сам совершает внутри мое спасение. И я ходил с такой мыслью 10 лет. И я ждал у моря погоды. И я ждал, что Бог будет совершать мое спасение. Я не понимал того, что Бог ждал меня. Понимаете, принцип автоматизма, что Бог автоматически общается с нами, отвергает принцип веры. А это уже не по Писанию. Вера – это наш выбор, это наше сознательное решение. Вот я сейчас могу забыть о Боге и уйти. Я могу, у меня есть выбор. А я могу продолжить общение с Богом. Я могу продолжать фокусировать свое общение на Нем. Общаться с Ним. Это мой выбор, с кем мне общаться, а с кем нет, согласитесь. Так и с Богом. Это мой выбор общаться. Поэтому я категорически отвергаю, что мы находимся в общении с Ним всегда. Нет, Бог с нами всегда находится. Это правда. Бог находится во всем и со всем, что Он создал. И все живое движется и существует им. Это правда. Но в общении с Ним мы находимся только тогда, когда мы задействуем потенциал веры нашей. Вот только так. Вот я на этом категорически настроен. Но я продолжу. Узкие врата – это... И есть тесные обстоятельства, через которые проходят, через которые мы периодически проходим. Все проходят через узкие обстоятельства. Все, кроме духовных младенцев. Понимаете? Поэтому, если у вас сейчас период трудный, это значит нормально, вы находитесь на гончарном кругу у Господа, Он лепит из вас то, что Ему угодно. Он разбивает вас то, что Ему не угодно, и созидает вас то, что Ему угодно. Это болезненный процесс. Далее, возвращаясь к пророчеству. Человеку
очень больно проходить через них, через узкие врата. Но это священная боль. Это боль ради жизни, это боль ради спасения. Когда человек страдает, он перестает грешить. Это то, что угодно мне, говорит Господь. В человеке обнаруживается, открывается его истинное лицо. В страдании открывается ваше истинное лицо. Друзья, вы задумывались над этим? Порой, ну вы знаете, что люди носят маски перед другими людьми. Но самое смешное в том, что человек носит маску и перед самим собой. Он сам для себя хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. В человеке заложен мощный механизм самооправдания. Мощнейший. И без этого механизма, наверное, человек бы не смог жить. Подавляющее большинство людей... Подавляющее большинство людей оправдывает себя, оправдывает свои грехи. Потому они не совершенствуются. Бог – это жизнь и дух. Неверующих тоже держит Бог. Безусловно, это так. И они проходят какой-то путь к этому Богу. Да. Они какой-то путь проходят. Бог приводит их ко встрече с собой. Но когда человек верующий, осознанный, он уже должен искать Бога, понимаете? Он должен уже принимать решение, молиться или не молиться. Он должен уже прикладывать усилия. И вот усилиями Царство Божие берется, силой, да? И вот поэтому я утверждаю, что автомат тут уже не прокатывает. Да, когда человек может быть духовный младенец, Бог его носит на руках. Потому что он еще, человек сам ничего не может делать. Но дальше уже, когда следуют дела веры, то, конечно же, это не на автомате. Это человек прикладывает усилия, человек принимает решение. А Бог, конечно, ведет нас. И если мы противимся Богу, Бог нам скажет раз, второй, третий. И Он потом не будет с нами общаться. Он ценит нашу свободу воли, свободный выбор. Если мы не хотим искать его, прикладывать усилия, платить цену посвящения, Бог отходит. Это я вам точно знаю, я это по себе знаю. Бог говорит раз, второй, третий. Если человек не слушает и вообще не ищет Бога, Бог отходит. Понимаете? Итак, в страданиях обнаруживается, открывается истинное лицо человека, его настоящее желание, его вопли ко мне. Поэтому страдание благотворно. Человек рождается в этот мир на страдании, чтобы устремиться вверх, как искры от костра. Это из Экклезиаста, по-моему. Страдание ради Бога – это благо. Молись, чтобы пройти быстрее путь страданий. Именно в страдании человека я ближе всего к нему, говорит Господь. Чтобы слышать его и утешать, чтобы поддерживать его и утверждать. Без страданий никто не может. Без страданий никто не может. Спастись. Страдания пробуждают дух. Я наношу раны, я же их врачую. Ибо я целитель. Да. Какая самая молитва слышимая до рассвета это узкий? Да, конечно, безусловно. Тогда, когда не хочется вставать, человек прикладывает усилия, берет себя за ухо и тащит себя на дисциплину и на молитву. И это Бог вознаграждает. Вот именно вот эти добровольный выбор, узкий путь. Так, друзья, ну, нам надо уже заканчивать. Еще, может быть, мы один стих прочитаем. Берегитесь лжепророков.
входите тесными вратами, 13 стих, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут за ним, многие идут ими. Это те люди, которые отступили от Бога, которые, может быть, живут в обольщении, думая, что с ними все в порядке, но которые не находятся на этом станке, где Господь вертели, точит свой сосуд, кого Бог не наказывает, с кем Бог не работает. А этот человек может ощутить, работает ли с ним Бог или нет, наказывает ли его, обучает ли ему. Если человек этого хочет, Бог с ним будет работать. Если человек не хочет, Бог с ним не будет работать. И такому человеку что остается? Либо отойти от Бога совсем, либо обольститься, думать, что с тобой все в порядке, периодически там ходить раз в неделю в церковь, мол, я верующий, со мной все в порядке, жить идеями, что я спасен, все хорошо, но реально-то, духовно ты не растешь. Ты не следуешь за Богом. Тебя Бог не наказывает, да, если этого вы. Тебя Бог ничему не учит. Когда последний раз Бог тебе дал какое-то откровение? Когда ты его вопросил о чем-то? Если этого у вас нету, друзья, то не надо себя обманывать. Но почему вы думаете, что Бог наказывает? Потому что так написано в Библии. Кого любит, того наказывает. А наказывает потому, что мы несовершенны, друзья. Мы несовершенны. Наказывает для того, чтобы мы стали совершенными. Мы сами пожелаем. Дождь. Время, поэтому мы сегодня, думаю, эту главу дочитаем с Божьей помощью. Так, мы сами пожинаем то, что когда-то совершили. Да, разумеется, мы пожинаем, да. Это закон сеяния и жатвы, кармический закон, закон кармы, как его называют еще на Востоке. Но это и есть наказание. Иначе бы мы не учились. Приветствую, брат Виталий Коваль, мир тебе. Почему наказание? Как мы определяем, наказан человек или не наказан? Больно тебе или нет? Не бывает неболезненных наказаний. Наказание потому и наказание, что оно в чем-то тебя ущемляет, в угол тебе ставят, или розгой тебе дают. Понимаете? И это болезненно, потому что ты ожидаешь от Бога любви, ты ожидаешь от Бога, что Он тебя постоянно будет гладить по головке. А нет, а Он вместо этого почему-то тебя наказывает. Одна сестра даже говорила, я не понимаю, вот уже у меня черная полоса тянется уже не один год. А она все тянется и тянется. Я не понимаю, что. А есть люди, которым Бог допускает всю жизнь болеть. И они в болезни, через болезнь они несут свое свидетельство веры. Я знаю таких. В том, что они болеют. Бог их не исцеляет, они продолжают верить в Бога, и этим самым они несут свое свидетельство веры. Поэтому, друзья, кого любит Бог, того наказывает. Можно объяснять это как угодно. Это мы совершили. Мы пожинаем то, что мы посеяли. И это так во многом случае. А может быть, это вообще наказание от Бога. Для того, чтобы Он видит наперед, что у нас не так, и посылает нам какое-то наказание.
А есть еще ходатайственные страдания, когда ты страдаешь за кого-то другого в молитве. Несешь его страдания, как Иисус. Как бы удары других, удары, предназначенные другим, приходятся на тебя. Но это такая трудная тема. Во многом не ясная. Мне, по крайней мере. Итак, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Помните, много званых, мало избранных. Немногие, немногие, немногие. Постоянно вот этот лейтмотивом звучит эта строчка через всю Библию. Остаток, немногие. Вот, казалось бы, столько много в мире христиан, столько много церквей, вот столько много групп сейчас в интернете. Вот я участвовал несколько лет в одной группе. Много людей в этой группе, много христиан. А я вышел из этой группы, потому что там творится форменное беззаконие. Ну, это понятно, то, что люди уходят из-за того, что там творится форменное беззаконие. Непонятно другое. Много людей, много христиан остается там и живет этим. Понимаете? То ли они надеются исправить положение, то ли они не видят этого беззакония, то ли они привыкли к нему, полюбили его, это беззаконие. Но факт остается фактом. Многие идут вот так широкими вратами, многие мирятся с беззаконием, принимают его. Поэтому написано: узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Виталий, вы можете задать тему? Виталий спрашивает, можно ли задать тему для размышления. Но просто у нас сейчас идет чтение, плановое чтение Библии. Мы читаем Евангелие от Матфея. Но если это будет созвучно, то вы можете эту тему задать в любом случае. Либо можно будет порассуждать над ней в другой раз. Так что задавайте, там мы посмотрим. Читаем дальше. Берегитесь, 15 стих 7 главы Евангелия от Матфея. Берегитесь лжепророков, которые приходят вам в овечьей одежде, и внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, собирают ли терновники с терновника виноград или с репейника смоквы. Вот, друзья, я начал вам рассказывать об этой группе, в которой я не буду называть ее имя, и для того, чтобы не делать ей рекламу, и для того, чтобы как бы не сводить счеты, а просто чтобы вы знали, как свидетельство. Удивительная группа. Вначале мне очень понравилось. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Я, благодаря этой группе, я начал выходить в прямые эфиры. То есть что-то ценное я почерпнул. Спасибо, Виталий, спасибо. Кстати, я открыт к тому, что вот мы с Пашей Руновым делаем открытые эфиры, диалоги. Вы можете также, мы с вами можем организовать диалог и пообщаться в прямом эфире. Но продолжаем. Берегитесь лжепророков. Эта группа дала мне нечто ценное. Но потом я стал замечать, что в этой группе все более и более беззаконие. И когда конкретно беззаконие коснулось меня, то есть меня начали прессовать, что называется, оскорблять, там, зажимать и все такое. Я, естественно, возмутился, и я обратился за защитой. Куда? К администрации. Группы
Я противник того, чтобы жаловались в Facebook христиане друг на друга. Я противник того. Это можно делать только в крайнем случае, я считаю, когда тебе не может, не помогает сознательно администрация группы. Когда у тебя уже нет выбора. Но это крайний случай. А сейчас вот у меня такое впечатление, что христиане просто иудствуют, закладывают, жалуются друг на друга. Facebook, и Facebook охотно исполняет все это и банит людей. Лишает возможности общаться. Так многие сводят счеты через это стукачество. Многие же христиане, так называемые христиане, завидуют, мстят. Вы что, думаете, что христиане не мстят? Не мстят – это вот эти немногие, кто идут узкими вратами. Остальные – ох, ох, еще как и мстят, и ох, еще как и завидуют. И делают гадости специально. И делают гадости, сами не понимая того. Сами не понимая того. Вот с их точки зрения ты поступаешь неправильно, и вместо того, чтобы разобраться, они так тебе сказали, припугнули, видят, что ты не реагируешь, и они жалуются на тебя. Вы знаете, что такое святая наивность, да? Святая простота? Так, по-моему, это называется. Это вот когда во времена Инквизиции, по-моему, Коперника вели на костер, или Джордано Бруно вели на костер сквозь толпу, как Иисуса Христа сквозь толпу он крест нес. Когда его вели на костер, какая-то бабка, богобоязненная, но невежественная, бросала в него камни, и потом, когда его возвели на костер, и костер разгорелся, она бросала еще дрова, прутики бросала в этот костер. Делала доброе дело в ее представлениях делала доброе дело. Святая простота, а? Вот так и эти многие христиане. Они думают, что они делают добро, жалуются на своих же братьев в Facebook. И Facebook банит их на неделю, на месяц. И закрывает дорогу благовестию фактически. Благовестию закрывает дорогу через Facebook. Понимаете, насколько это подло. Это против Христа. Но это есть. Поэтому я противник того, чтобы жаловались в Facebook, лишь в крайнем случае, когда тебя не слышит администратор группы. А вот тут возникла такая ситуация, что я обращался к администратору, и он не слышал. И вот вам пример. Просто Господь дал откровение этому брату, другому, потом мне, об этом администраторе. Что это лжепророк. Даже больше. Антихрист. А кто такой антихрист? Антихрист – это человек, который сидит в храме, то есть занимает начальствующее положение в общине, либо в группе христианской, называя ее христианской, и подменяет собой Христа. Якобы от имени Христа, но действует против Христа. Вот это антихрист. Анти – против. Тот, кто против Христа, называясь именем Христовым. Вот кто такой антихрист. Знаете, почему есть лжепророки, пишет Виталий Коваль? Потому что есть спрос. То есть в это время люди очень ищут провидение или увещевание. Для того, чтобы не было сего, нужно правильное отношение к пророкам. 100% согласен, Виталий, с вами. Есть спрос. Люди нуждаются. Нуждаются в ересях, в том числе, чтобы их постоянно
мотивировали, вот, например, взять Евангелие процветания, говорили, что Господь хочет, чтобы вы были богатыми. И масса откликнувшись, масса людей, которые хотят стать богатыми в Боге, материально, процветать. То есть учителя, льстящие слуху. Так и здесь, в этом случае, человек льстил, человек собирал себе аудиторию. Но вы знаете, как можно законно разбогатеть, начав работать, честно, платить налоги. А можно незаконно разбогатеть, украсть. Так и здесь. Ты можешь законным образом построить себе аудиторию. Это вымолив у Бога, идя, ходя его путями, следуя его наставлениям, следуя его правилам, его закону, заплатив цену посвящения, когда Бог тебе даст успех в свое время. Можно незаконно. А как незаконно? Не христовыми методами. Например, устраивать шоу, устраивать бои без правил. И народ будет приходить на это шоу. Хлеба и зрелищ. Не можешь дать хлеба, либо плохой хлеб, потому что этот проповедник, этот администратор, он дает очень плохой, он кислый хлеб дает. Ну, ересь за ересью у него там следует. Но он дает хлеб вовремя. И он устраивает шоу. Фактически он заключил завет с дьяволом. Дьявол сказал ему, вот ты будешь иметь успех, но взамен ты действуй вот таким образом. Оскорбляй людей, допускай оскорбления. Заведи себе несколько человек в группе, которые будут поднимать кипиш, оскорблять людей. Все это не Божьи методы, это дьявольские методы. И вот дьявольскими методами человек зарабатывает себе аудиторию. И это истинно лжепророк, это истинно лже-мессия, антихрист. Это антихрист, потому что сидит он в группе во главе, имеет власть, и люди приходят, и люди ему верят, а он их отводит от Бога. И сейчас таких лжепророков, друзья, ой-вой-вой. Ой-вой-вой. И вот такие лжепророки, как правило, имеют серьезный успех. Вспомнить там Мунтиана, да, вспомнить там Аделаджу. Имеют серьезный успех. Но кто им дал этот успех? Божье дело устоит. Я раньше слышал, и меня так наставили, и я так остаюсь, что к пророкам ходить не надо, и искать их не нужно. Но искать Господа, а Господь, если ты будешь вопрошать Его, и Он пошлет пророка к тебе лично. Так, тут... Да, это правильно, Виталий, я поддерживаю вас. Я сейчас, я тоже не ищу пророков. Но до такого состояния, до такого уровня нужно дорасти. А если человек младенец, если человек еще сам не слышит Господа, он нуждается в том, чтобы ему какой-то пророк сказал. И у меня был такой период, я бегал по пророкам. И по селам ездил. Вот на Украине очень популярно ездить по селам. Есть такие пророки в селах. И эти пророки действительно говорят слово от Бога. Зачастую есть лжепророки среди них, конечно, не без этого. Говорят слово от Бога. Но вот опасность, о которой вы говорите, существует. Человек подсаживается на пророков, и вместо того, чтобы возрастать в Господе, искать Бога и научиться слышать Бога самостоятельно, к чему мы все призваны. Овцы мои слышат голос своего пастыря, говорит Иисус. Человек ленится, человек
избегает этого труда поиска Царства Божьего. Помните, мы начинали? Ищите и найдете. Человек не хочет искать, он думает, что он уже нашел, хотя это иллюзия. Бога надо искать постоянно. Не то, что каждый день, а чаще. Постоянно искать Бога, Божьей воли на каждый случай. Если вы хотите действительно иметь успех. А люди отказываются от этого. И поэтому они идут к пророкам. Часть людей идет к пророкам, потому что они еще сами не могут. А часть людей, потому что сами не могут и не хотят учиться слышать голос Божий. Выбирают себе широкий путь. По плодам их узнаете их. Вот я узнал этого лжепророка по плодам. Я увидел, ну хорошо, но мне было непонятно. Я спрашивал у Бога, и Бог в это время мне начал говорить только-только один плюс. Меня это насторожило, позитив об этом человеке. И меня это насторожило. И когда я стал сравнивать то, что мне говорит Бог, якобы Бог, с тем, что я увидел реально плоды, я сказал, нет. Либо то неверно, либо плоды неистинные. То есть плоды сладкие, либо это не Бог мне говорит. А я уже попался к тому времени, к этому лжепророку, обольстился, называется, поверил ему. Я уже перестал слышать Бога. Потому что когда мы перестаем слышать Бога? Либо тогда, когда мы не требуем этого, не развиваем себя, то есть не хотим слышать Бога. Либо тогда, когда происходит подмена. Вместо того, чтобы слышать Бога, мы подсаживаемся на голос его противника. Обманываемся. И вот я обманулся. Я стал доверять этому человеку. Доверять тому, что он о себе говорит, что его Бог призвал. Доверять другим людям, которые ему льстили. Его жена там говорила постоянно, что это Бог его призвал. Другие люди там конкретно ему говорили, о, какой помазанный, какой большой помазанник. Я всему этому поверил. Но на поверку этот человек оказался антихристом. И Бог мне говорит, якобы Бог говорит доброе о нем, а плоды горькие. И вот Иисус говорит здесь, по плодам их узнаете их. Почему по плодам, а не потому, что по голосу моему? Да потому что вы можете обольститься в этот момент. Вы можете поверить в этот момент Духу, думая, что этот Святой Дух от Бога, а этот будет Дух не от Бога. Поэтому Иисус говорит, в такие моменты, особенно по плодам вы узнаете их. Плоды-то вы в состоянии различить. Но уж если совсем замылили себе глаза, закрыли, не хотите видеть, тогда да. Даже плоды вы не раскусите, не поймете. Собирают ли с терновника виноград? Не собирают. Может ли доброе дерево приносить худой плод? Не может. Худой плод приносит худое дерево. Да и аминь, друзья. Запомните это. Это очень серьезный и важный урок. Смотрите по плодам. Не может дерево доброе приносить плоды худые. О, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Вот, поэтому я знаю, что в свое время это будет срублено. Всякое дерево, не приносящее доброго плода. Почему? Потому что люди приходят туда и развращаются через то, что начинают есть гнилые плоды. И им становится это плохо, они становятся хуже, они развращаются сами. Пришел хороший человек в группу, а стал плохим.
обходят эти проповедники моря и горы, и чтобы обратить хотя бы одного, и обращают и делают его еще хуже, чем они сами. Вот такое слово есть в Библии. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Вот, казалось бы, ясный, простой и понятный стих. Но почему-то глаз замыливается, и люди его не замечают. Многие христиане. Многие христиане считают, что выдергивают стих из Писания, призывающий имя Господне спасется, и думают, что этого достаточно, что для спасения достаточно призвать имя Господне. Ну, куда тогда, скажите мне, пожалуйста, деть вот этот стих? Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Вы видите противоречие? На самом деле противоречия нет. Просто есть неправильное прочтение. Люди читают: призывающее имя Господне спасется. А понимают так, что стоит тебе призвать все время имя Господне, ты будешь спасен. На самом деле это не об этом. Если человек только-только приходит к Богу, он нуждается во спасении, он призывает имя, и Бог его спасает. Но если дальше человек это спасение бросает себе за хребет, начинает произвольно грешить, то, как написано, не остается больше жертвы за грех. И тогда зови, не зови. Может быть, Бог и помилует. Вот так надо понимать. И тогда мы видим, что нет противоречия с этими словами. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. То есть путь один, путь спасения один, друзья. Исполнять волю Отца Небесного. До конца, до последнего дня, а не раз, придя к Господу, а потом исполняя свою собственную волю. И дальше есть еще другие подтверждения именно этой мысли. Вот по памяти могу сказать. Дальше. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Тут я хотел бы подчеркнуть две мысли. Первая мысль. Я как человек, который начинал свой путь в церкви, в харизматической церкви, я видел о том, что люди делают из духовных даров панацею от всех бед. Духовные дары – это вещь очень хорошая, друзья, и очень важная. Есть христиане, которые их отвергают. Отвергают пророчество, отвергают исцеление, отвергают говорение на иных языках, отвергают чудотворение. И все остальные дары, там дар слова знания, слова мудрости, те, что Павел перечислил в первом послании к Коринфянам. В 12 главе, да, если мне память не изменяет. Есть христиане, которые отвергают эти дары, и они не реализуют свой потенциал, потому что на самом деле мы Богу служим не только своими усилиями, но главным образом дарами Духа Святого, этой молитвой, этими исцелениями, этими говорениями на иных языках, этими пророчествами, этим словом знания, этими чудотворениями. Понимаете, мы служим Богу
Богом, его дарами, вот так можно сказать. Потому что если мы не Богом служим Богу, а только лишь своими усилиями, которые нужны тоже, то мы не имеем успеха. Усилия нужны, друзья. Но нужны усилия, твои усилия, соединяющиеся с дарами Божьими. Но вот эти харизматы, они сделали из духовных даров, которые есть лишь средство служения Богу, средство достижения других людей, они сделали панацею. Они сделали эти духовные дары средством спасения. Они думают, что если мы будем все время исцелять других людей, то мы спасемся. Ты не спасешься, друг, даже если весь мир приведешь к Богу, а душе своей повредишь. А как ты можешь повредить своей душе, если ты не исполняешь воли Божией? Если ты делаешь беззаконие? Очень просто. Ты можешь служить Богу, да кем угодно, пастором, пророком. Но если ты будешь делать беззаконие, то есть грешить, или если ты, и если ты не будешь исполнять то, что хочет от тебя Бог, ты не спасешься, друг. Так об этом написано прямо. И кто-то спрашивал, можно ли служить Богу, можно ли Божьими дарами служить без Бога. Можно. Почему? Потому что Божий дар, например, дар говорения на иных языках, это Божий дар твоему духу. Ты можешь молиться на иных языках без Бога. И даже ты можешь, если у тебя есть дар исцеления, дары исцелений, ты можешь исцелять людей одним этим даром. Твоему духу дан дар исцелений. И он может это исцелять без Бога. Я это знаю точно. У меня знакомый был. Он ездил по деревням, жил в городе, по деревням проповедовал, и у него есть дар исцеления больных. И он молился, и люди исцелялись. И однажды он подошел к одной женщине, а женщина подошла в церкви и сказала: «Помолите за меня, брат, мне нужно исцеление». Он начал молиться, но братья его остановили и подозвали его, говорят: «Подальше от меня, не молись за нее». Не молись. Но он их не послушал, он помолился за нее. Она исцелилась. Тут же исцелилась. Когда он приехал туда в следующий раз, там через месяц, он обратил внимание, что этой сестры, за которую он молился, нет. И он спросил, а где эта сестра? А братья говорят, она ушла в блуд. Мы же тебе говорили, не молись за нее. Бог ей специально дал болезнь, чтобы она не грешила, чтобы она страдала. Потому что страдающий плотью перестает грешить. А ты за нее помолился, она исцелилась, и она, ты сделал вред. Видите, как работает дар? Дар может работать не по воле Божьей, даже в противовес этой воле Божьей. Двух вещей. Мы верующие, мы спасаемся по вере благодатью, мы спасены не от дел. Мы спасаемся благодатью, милостью Божией, по нашей вере в нашего Искупителя, в нашего Спасителя. Но при этом мы должны очень четко понимать, что наше спасение в равной мере зависит и от того, являемся ли мы, послушны ли мы Богу или нет. Исполняем ли мы Его волю? Не являемся ли мы беззаконниками? Не творим ли мы дел беззаконных? То есть не приступаем закона. А сейчас христианство сплошь и рядом, протестанты учат, что закон отменен. Вот это большинство, которое идет широкими вратами. Они отменили, они так перевернули Писание, так его поняли, что закон уже больше не действует. А раз закона нет, то как ты узнаешь, что ты совершил беззаконие? Потому что закон определяет грех. Что есть законно, а что есть беззаконно.
А ты его выбросил. Как ты узнаешь? Совесть тебе подскажет. А совесть может быть и прожженной. С совестью человек может договориться. Вот я об этом выше говорил. Что человек ничто в этом мире не делает так охотно, как оправдывает себя. Сделал зло и тут же оправдал. Вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы исправиться, сам себя оправдал. Этот механизм работает у всех, у верующих и у неверующих. Люди себя успокаивают. За счет чего? За счет того, за счет совести. За счет компромисса с совестью действует этот механизм самооправдания. Поэтому, если ты верующий, ты будешь спасен по вере при условии, если ты исполняешь волю Божью и не совершаешь беззаконие. Иначе, Библия говорит, ты не спасешься. Вера не поможет. Да и не можешь ты верить в Бога по-настоящему, если ты пребываешь в беззаконии. Не можешь. Потому что такое вера? Я вам скажу просто. Вера – это Бог в нас. Дух Святой в нас. Если ты делаешь беззаконие, то ты совершаешь преступление против Бога. И против себя, и против Бога, и против других, может быть. И Бог отходит в этот момент. Понимаете, друзья? Ты не получаешь от Него слова, и вера твоя не растет. Ты не можешь быть в вере Божьей, находясь во грехе. Понимаешь, друг? И одно дело, если Бог тебе еще не открыл, что этот грех, потому что есть такие, Бог не сразу открывает все твои грехи, но постепенно. Но если Он тебе открыл этот грех, а ты продолжаешь игнорировать, не борешься с ним, Бог отходит. Ты беззаконник. Понимаешь? Вот это чистое Слово Божие, друзья, вот то, что написано. Если ты беззаконствуешь, то тебе никакая вера не поможет, никакие дары духовные не помогут, никакие служения тебе не помогут. Если ты пребываешь в непослушании Богу и в беззаконии, то есть нарушаешь закон Божий. Закон говорит, не кради, а ты крадешь. Закон говорит, не оскорбляй, а ты оскорбляешь. Тебе ничего не поможет. Закон говорит, там, поступай с ближним, а ты его на него клевещешь. В глаза говоришь одно, за глаза другое. Это все беззаконие, друзья. Не думайте, что вы спасетесь, друзья, если вы живете в беззаконии. Не надейтесь на благодать, эту грошовую благодать, дешевую. Greatest Grace – это ересь, движение дешевой благодати, которое учит, что благодати всегда больше, поэтому греши как хочешь, Бог тебя все равно спасет, потому что Его любви и благодати больше твоего греха. Это ересь, друзья. Не остается больше у вас благодати, если вы грешите, и у вас внутри поселяется страшное ожидание суда. И вы пытаетесь это чувство чем-то залить, убежать от него, закрыть на него глаза, вступаете в компромисс со своей совестью. Закон не отменен, пишет Виталий Ковал, отменены постановления закона, записаны Моисеем. Нет, я тоже не верю, что отменен. Весь закон духовен, друзья. Другое дело, что поступать по плоти, оправдываться законом недостаточно, потому что Иисус поднял планку. Закон говорит, не прелюбодействуй, а Иисус говорит, что не просто не прелюбодействуй, даже не думай об этом. Потому что, да, мечтая в голове своей о прелюбодеянии, ты уже прелюбодействуешь. То есть закон весь закон духовен. Возьмите законы о жертве. Если законы о жертве, Моисеевы законы, которые написаны в книге Левиты, Второзаконие, о жертве, да? Если они отменены, то считай, что жертва Иисуса отменена тоже, она недействительна. Почему? Потому что жертва Иисуса была именно по закону. Он был именно жертвенный агнец за наши грехи.
Убери этот закон. На каком основании Богу прощать нас? На каком основании, если закона нет? На каком основании Бог прощает ваши грехи, когда вы каетесь и прибегаете к Иисусу? На основании закона, который Бог сам же и дал. И как еврей приносил по закону жертвенное животное, так Иисус стал жертвой за то, чтобы мы приносили Богу нашу веру в эту жертву. И только тогда Бог нас прощает, потому что Он видит, что мы принимаем Христа. Понимаете, друзья? Если вы отрицаете закон, значит, ваша вера во Христа беззаконна. Беззаконна. Она не имеет силы. Но на самом деле это жертва закона, она по закону. И для Бога закон стоит непохитно, как говорится, твердо. Иисус говорит: небо и земля придут, но ни йоты не изменится. Из закона пока не исполнится все. А еще все не исполнилось. Еще не все люди уверовали во Христа, приняли законом данный Богом и законом Его данного нам Агнца, Искупителя за наши грехи, Спасителя от грехов. Понимаете? Тема закона очень серьезная. Бог не отменяет своих законов. Так о чем же пишет Павел, спросите вы, когда он говорит «конец закона Христос» и так далее? Как не конец, а цель. Павел, чтобы вы знали и запомните это, друзья, не отменяет закона, Иисус не отменяет закона. Единственное, что делает Павел и что делает Христос, они выступают против неправильного употребления закона, то есть против законничества. А Павел вдобавок, чего многие не понимают, послание к евреям, послание к римлянам, описывает механизм оправдания верой и противопоставляет его механизму оправдания по закону. Механизм оправдания по закону такой: я исполняю заповеди закона, значит, я жив, значит, я буду спасен. Павел вместо него вводит лучший механизм оправдания веры. Стоит уверовать во Христа, твоя вера вменяется тебе в праведность. Бог тебе дает аванс и смотрит на тебя уже как на праведника, хотя ты еще и грешник. Но Бог тебя уже принимает как праведника. Вот Павел противопоставляет это. Но многие это противопоставление воспринимают так, что Павел отвергает закон совсем, тогда как Павел просто говорит, что смотрите, есть оправдание по закону, но оправдание по вере лучше. Но благодаря оправданию по вере мы должны прийти к реальной праведности. Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и законников, не войдете в Царство Небесное. То есть праведность по вере должна привести нас в конечном итоге к праведности по закону. Стать такими, как Иисус. А Иисус закон исполнил. Понимаете? Во Христе, пребывая, нет нарушения закона. Понимаете? Ну, я подробно об этом много раз уже говорил, поэтому не буду останавливаться дальше. Читаем дальше. 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои, сии и исполняет их, уподобляю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот что мы должны делать. Строить дом свой, свою жизнь на камне, на Слове Божьем и на исполнении этого Слова, на воле Божьей и на исполнении этой воли.
Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Потому что держимся за реального Бога, потому этот наш дом и не падает, наш храм и не падает. Потому что держимся за реального Бога. А вот испытание, вот этот дождь, разливы рек, подули ветра, это все испытание. Бог их допускает для того, чтобы человек увидел, а на каком основании он строит. Разрушилась ли его вера, его основание, когда пришли испытания, когда пришли страдания. Если разрушилось, значит, это было построить твой дом, твой храм был построен не на том основании, не на живом Боге, не на живом общении, не на реальной вере, а на ее замене, подмене там, на вере лжепророков, допустим, да, какие-то лжедоктрины, на вере в ереси. Двадцать шестой стих. «А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, вот, который построил дом свой на песке, то есть не на живой вере, не на общении с Богом. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, то есть пришли испытания. И он упал, и было падение его великое». Да, поэтому я думаю, что всякие лжепророки, всякие антихристы, они рано или поздно упадут. И падение их будет великим. И всякие обольщенные упадут. Все упадут, кто не строил свой храм на истинном основании. На камне. Камень, да, это имеется в виду камень краеугольный, испытанный. Камень, который строители сделали главой угла, камень – это Иисус Христос, камень нашего спасения, образно так говоря. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». На этом, друзья, мы закончили 7 главу. В следующий раз, если Бог позволит, мы 8 главу будем разбирать. А пока я благодарю Господа за те откровения, которые нам дает, за то, что Он с нами, за то, что Он нас учит, увещевает, исправляет, исцеляет, наполняет своим миром, освещает нас, дает нам радость, дает нам дары утешения. Благодарю Тебя, Господь, благодарю и Вас, дорогие братья и сестры. Пускай Господь вас благословит. Для тебя он говорит, цвета.
Благословения вам, друзья, и до новых встреч!